счастлив, Чарли? Доволен? Не знаю. Иногда кажется, что счастлива, но потом понимаю, что просто не грущу. Это ведь не одно и то же, да? Нет, я думаю, конечно, знаю, ты думаешь. Ты делаешь, что высказываешь мысли. Все исправить, что делать? Но и мы... Нет, так, Чарли. Только ты. Это моя подруга-медсестра Виктория. Звоню ей, что все хорошо. Молли, мне кажется, ты должна отвезти меня в больницу. Мы никуда не поедем, Чарли. Кажется, паралич начинается. Молли, отвези меня в больницу. Скажи ему, Молли. Знаешь, это даже не самая жуткая история, что я слышала.